Сейчас я вам продемонстрирую просто нереальный способ, довольно простой и эффективный, как делать стаки нейтральных крипов сразу в трех лагерях. В трех. То есть каждую минуту можно в трех лагерях делать стаки. В этом нам поможет такой герой, как Зевс. Этот способ будет полезен в первую очередь игрокам, кто играет в командах, да, кто играет на CMO, кто на турнирах участвует. Почему-то этот способ не используют... Так, секунду, сейчас я вырублю ботов, я играю с ботами. Почему-то этот способ не используют профессиональные игроки. То есть я не помню, чтобы я вообще когда-либо этого видел на каких-либо турнирах. Может быть, они не знают о нем, может быть, не помнят. Какая наша задача? Мы пикаем Зевса, например, берем Зевса в саппорта, например, да? У нас есть это, в тиме кэрри. Все, мы там раз в минуту будем отходить, делать кое-что, и будем делать стаки в трех лагерях нейтральных крипов. Потом наш кэрри приходит, забирает всех этих крипов. Профит. Получает с этого бабло. Но для этого способа нам, во-первых, нужно будет проломать деревья, поэтому мы покупаем или танго, или Quailing Blade, выбирайте сами. И нам нужно получить второй левел, то есть для этого способа нам нужна прокачка двух скиллов. Поэтому я пошел получать второй левел. Так, все, получил я второй левел. Качаем второй и третий скилл. В чем, собственно, заключается секрет, вы можете меня спросить. Вы, миллионы моих зрителей, миллионы. Весь секрет в нашем третьем скилле, нашей пассивке, да? При использовании заклинаний срабатывает наша пассивка и бьет врагов в радиусе. Мы встаем в эту точку, наводим курсор на нашу пассивку, и что мы видим? Мы видим радиус. Радиус, который охватывает три лагеря нейтральных крипов. У нас мало времени остается, поэтому давайте быстренько мы сейчас ломаем деревья. Таким вот образом. То есть мы здесь поломали два дерева. Вот. Первое дерево, второе. Здесь одно дерево, и бежим здесь одно дерево. Чтобы крипы могли проходить. Вот. Теперь встаем в эту точку и на 54 секунде бьем прямо вот сюда вот. Опа, и убегаем. Вот бейте лучше всего прям под себя. Вот мы это, вы видите, да, я сделал второй скилл, сработала пассивка и согрела крипов с трех лагерей. Все, в принципе, в этом весь секрет. Давайте проверим. Вот вы видите, здесь стак произошел у нас. Пулинг. Здесь тоже у нас идет пулинг. Вот, все отлично. Это очень простой способ, который требует минимум времени на это. То есть мы можем просто стоять на лайне, отойти в нужное время, 54 секунда, ударить и пойти дальше делать свои дела. Все очень просто. Давайте сейчас сделаем еще один стак. Ждем 54 секунду. Опа, и убегаем. Убегаем, 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 убегаем. Быстрее, 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 быстрее. Так, хорошо. Все, идем проверять. Второй раз делать пулинг немного посложнее, потому что здесь нужно рассчитывать время, но его тоже можно сделать. Так, второй раз у нас прошел пулинг, правильно? Да, да, видите, у нас две большие птицы и одна красная какаха. Все, здесь теперь у нас три пачки крипов. Идеально. Здесь пулинг проходит всегда. Здесь проблем с ним не бывает. Тоже. А, две большие... Да, видите? Раз, два, три. Три пачки крипов. Тоже идеально. Теперь проверяем этот. Он мог, кстати, не пройти, потому что там немножко поздно. Да, здесь у нас не прошло, но ничего страшного. Я говорю, если вы немножечко так позадрачиваетесь, вы сможете делать более-менее лучше.
Вот он, весь способ, все очень просто. Не хочешь стакаться, говно, да? Я сказал, стакайся, параша, стакайся, говно. Нет! Нет! Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.